Наташенька, ну що кадло, понімаєш, а я хочу, щоб вона по цей пакану переїхала. Ну ж по-разному, так. Я поснімаю тут. Саша, что у тебя в ручках? Кто там у тебя в ручках? Лунтик. Бабушка подарила. Не знаешь? Да. Кацай, кацай. Жужжи, машинка, да? Дрын-дрын. Покажи мальчику дрын-дрын, как там кнопочку нажимать. Покажи. Во. Вот там, да. Показывай, показывай мальчику. Как они взимут. Если фонтан может угробить. Я тоже надеюсь, что нет, то их уродят. Ну, не толкай, мальчик маленький. Пусть посмотрит, чего ты. Что тебе жалко? Жалко, что ты толкай. Положение кого? Малого? Ну, сюда, он вот как простыся, после простуды, после лекарств начинается уже там находиться. Ну, вроде бы, как у нас возрастное, если должно пойти. Начинает темнеть, уже лучше видно. Вот. Там Маша стоит сзади. Ляли, покажи вот так вот цвет. Видишь свет? Показывай, показывай, Ляли. А тут жижи, но оно не слышно ничего, да? Не слышно. Музыка громко играет и не слышно жужжи, да? Уже детей так много. Они, наверное, не будут так же делать. Хоть какая-то украшенная радость, хоть какая-то
Все, маши пока. Нет, сюда маши. Давид, вот сюда маши. Пока, пока. Дети такие, что обкупались бы там, наверное, после тепло было. Говорю, детвора уже бы, наверное, позалазила. Оно ж мелко, ну, в смысле, близкая вода. Было бы тепло, наверное, детвора бы уже, наверное, по пояс была бы как-то.